улице Куйбышева вчера проводились рейдовые мероприятия по несанкционированной торговле. Стоит кофеварка, вчера он уехал, очень нагло себя вел по-хамски с представителями администрации. Но вот сегодня он опять появился. Вот пыль летит, а он торгует кофе. Не знаю, стоит ли покупать, при том, что сегодня такая погода, ветреная, грязь. Машина вся в пыли, стаканчики в пыли, полная антисанитария, но народ продолжает покупать, поэтому он и стоит.